Доброе утро, мир. Доброе утро. Доброе. Ни хрена, но не доброе у меня сегодня. А, ой, ребята, связалась я тут с русскими. Теперь не отделаться. Бегу, бегу. Где русские? Где? Я вчера связалась с русскими, познакомилась. И, в общем, ну, сейчас я от них сбежала. Покидаю городок Понте-Ведра, до которого вчера дошла. На вечер мы уже забронировали в Кальдаш де Рейн койки. Поэтому можно идти не торопясь, но при этом надо пройти 24 километра сегодня. А мне нужно найти еще аптеку или супермаркет, потому что у меня есть необходимость кое в чем. Вот, а город-то субботний, спящий, только просыпающийся. Город, кстати, довольно-таки симпатичный, но большой. Вот из таких я не люблю выходить. А вот из предыдущего Ромайосы можно было бы очень даже... Ой, Реданделы. Утром выходить приятно. Какой-то здесь фонтан шутиха, мальчик пьет воду. Наверное, символизирует то, что здесь очень хорошая вода. Вот смотрите, какой здесь есть собор большой. Вчера мы здесь поставили печати себе. Ребятки, у нас сегодня переход 24 километра. У нас уже забронировано, койки забронированы уже, так что идем деспасито. И я себя не очень хорошо чувствую сегодня, поэтому у меня вообще деспасито. Но это не потому, что я вчера с русскими познакомилась, а просто вот наступил такой усталый день. Идем сегодня по мокрой Галисии. Ох, нас отгоняют велосипедисты постоянно. Ола. Вот. А до Сантьяго осталось 46 километров 787 метров. Я что-то сегодня нифига не снимаю, даже сняла GoPro, убрала в рюкзак, потому что что-то я заманалась. Даже снимать на видео заманалась. А мы сейчас поели прекрасного супа впервые за 10 дней. Ой, нет, вру. Впервые с Португалии. И прекрасно домашнего вина навернули. И идти еще тяжелее стало. И я тут как-то вчера подумала, интересно, встречу ли я тех людей, с кем я шла в самом начале. И вот сегодня я встретила Даниэлу, с которой я ночевала в самом первом хостеле в Порту. Прикиньте, это было так приятно. Она меня узнала, она сидела спиной. И вот мне интересно, скольких еще я людей встречу. Наверняка же встречу. Так термо без нормально вообще? Ага. За 12 евро. Термо же без разницы. И вчерашнее.